Знаете, каждое время, я согласна, что, наверное, несколько отличается от там, времен Советского Союза, да, где просто не было, так скажем, частной собственности. Она была в какой-то мере, но в основном у людей была одна примерно зарплата, и, собственно, даже если ты там заработал, ты потратить это не мог. Тебе нужно было там пройти все круги ада, чтобы как бы купить тот же кооператив или купить себе автомобиль, который там по каким-то безумным спискам продавался. Вот. То есть даже люди, которые там, артисты, которые зарабатывали, да, какие-то гонорары, они не могли их просто тупо потратить. Вот. Ну, наверное, от этого времени отличается. Но по большому счету, от времени там, Шекспира, Островского, и где всегда были важны деньги и капитал, это важно в любое время. Ну, никто не может, как сказать, все наши страсти и пороки, они, собственно, на это все и рассчитано. То есть я вообще считаю, ну, как бы философски, с философской точки зрения, все мы тут проходим некую проверку на этом свете, поэтому такую некую стиральную машину, поэтому, естественно, да, тут творится вот такое вот. Нас всех пытаются там поймать на какие-то пороки, страсти, и капитал в этом отношении не исключение. Поэтому я не считаю, что там сегодняшнее время, оно прям уж такое безнравственное. Ну, я думаю, что времена, в принципе, все похожи.